Начинаем, как обычно, с перекладины. Ты что придумал-то? Я всегда в 10 способах перекладины бил, слышишь ты? Вот так вот! И мы сегодня снимаем 10 способов попасть в МКАЛ. Отвали, собака! Сегодня мне бы хотелось порекомендовать тебе канал профессионального киберфутболиста Дима Антелло. У Димы выходит множество качественного контента, совместные видео с Гудмаксом, Форзой, Максом Брантом и другими многими известными блогерами. Также советую обратить внимание на очень интересную рубрику «Жирный не из МКАЛа», где Дима начал свой путь в большой футбол. Ну а ссылочка на его канал будет ждать тебя в описании. Лучшие комментарии попадут в следующий ролик. Иди в кадр, быстро. Мужики! Где? Чё за тишина? Где музон? Ну включи сам. А, понял. Давай. Сейчас, мужики, включу. Давай. Сейчас, мужики. Не та музыка. Сейчас, следующий трек Это для тебя песня. Да все, давай, ладно. Оценил? Perfect. Вот, поверил. Вот, поверил. По моим подсчетам, здесь не чай с Федей. Почему я все время хорошо уворачиваюсь от этих ботинок твоих? По-моему, угловой — это супер шанс для того, чтобы отдать голевую передачу на Нечая. Если бы я старался, не забил бы. Не старайтесь. Благо я не растерялся, увидел Нечаева, который на пустые ворота практически набегал. Ну давайте с чего-нибудь красивого начнем. Давайте предложим вариант с пяткой. Пяткой, не глядя, красиво можно на забеганице своему другу. Главное точно передачу это сделать. И если научитесь ее один раз правильно делать, то она будет получаться всегда. Тачдаун, блядь! Вот, кстати, моя очередная попытка сделать голевую на Артема. Мы, короче, играем с командой «Друзья Германа». Я не знаю, какого хрена я нахожусь в другой команде. Слушай, а я, получается, не твой друг, что ли, если я в другой команде? Враги! А как так? Это команда врагов моих против команды друзей. Скамейку запасных мне принес, да, где я буду сидеть? Вот моя позиция. Сейчас я, подожди, перевернусь, сяду. Подрисуем. Кто будет играть в основе? Ну, я думаю, да ты уже все выставил. Она лучше смотрится, чем ты. Ты сегодня меня обижает. Как так-то? Раз, два, три. Слушай, у меня очень долго переключалось, автомат, типа. А, блин, тут не наш. А где буёк-то? Вот этот? Знаешь что, да? Знаешь, что плохо? Что, ну, ты-то не устаешь. Я устал, не-не-не, я устал, не выдумывай. Готово? А сейчас самое главное.
Федос подошел и говорит: я буду тыкать в бок там, где Герман. Бей туда! И мне единственное было страшно попасть бы, попасть! Я вот тень, я вижу, что, блядь, тут все, уже некуда, тут уже куча ворот. Это голевые передачки от знаменитой пары Герман Нечай. Да. Если я два выстрела, все. Мне не понадобится два. Потому что я хочу отсечь, как сорняк с огорода, левого защитника. Попал? Попал? А куда ты метился? Ну, хочу либо Роналду, либо Месси. Это так шейхи из ПСЖ говорят. Я похож на шейха из ПСЖ? Ну, давай так. В одного из трех футболистов, ну, типа Месси, Роналду, Десаи, ты попал. Сейчас прям? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сложни, если ты угадаешь, кто это, то тогда Куикселю. Если не угадаешь, кто это, нет, тогда Куикселю. Нет, Куикселю мы в любом случае. Кто это? Давай, если я сейчас прям точно угадываю, да, ты собственными руками это делаешь. И я наслаждаюсь рядом. Если я не угадываю, ну ладно, я уже за тебя это сделаю. Хорошо, давай. Так, ну я не хочу, чтобы это был Десаи, поэтому давай его сразу отсечем. Криштиан Роналду. Иди ты в задницу. Да! Попал! Мы квикселим, Криша! Ой-ой-ой, тебя что-то держит? Не сдерживайся, просто удали человека. Я даже это запишу дополнительно. Это замечательный момент. Если до этого ты считал, что свадьба главный день в твоей жизни, нет. Теперь самый дорогой момент — это был те маленькие моменты, когда у тебя был Криштиану Роналду. Я чувствую себя Джокером, который взял в плен человека и такой: ну давай, что ты не улыбаешься? Их всего 7 на рынке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, больше нет на планете 7 Роналду. И я сейчас просто одного из них. Ты готов? Да, и честно сказать, я рядом. Готов. Давай перезапишу. Никаких перезапишу. Нет. Даже не двигай. Я должен записать этот момент. Точно? Конечно. Фу, там есть еще. Вы точно готовы? Он тоже. Блин, он еще, смотри, тоже, он сам сожалеет, что же происходит. Возврата не подбежит. Капец, чувак. Жми.